Беременность – это не просто физиологическое состояние женщины. Прежде всего, это особое состояние души. Это время единения мамы и ребенка. Невероятное счастье для женщины знать, что в ней зарождается жизнь, что крохотное сердце стучит у нее в животе. Сохранить воспоминания об этом чудесном времени хочется как можно дольше. Первый вестник, сообщающий о радостном событии, это положительный тест на беременность. Сохраните его. Позже в эту же копилку воспоминаний можно будет положить бирочки из роддома и другие памятные вещи. Некоторые будущие мамы боятся фотографироваться во время беременности из-за суеверий. И зря. Фотография – один из лучших способов задокументировать ожидания малыша. В принципе, вот я советую начинать прямо с самого начала. Первый, второй, третий месяц – это не надо идти к фотографу в студию. Это самим дома. Наверное, много в интернете видели, когда так стоят боком, живот растет. Это не оригинально, но интересно потом посмотреть период роста живота. К профессиональной съемке надо подготовиться основательно. Во-первых, продумайте образ. К нему желательно хорошую прическу и макияж. Если на фотосессию вы отправляетесь с другими членами семьи, то не лишним будет подобрать костюмы для всех. Интересно будут смотреться предметы, какие-то аксессуары, даже не те, что есть у фотографа, а которые подготовите вы сами, потому что это будет память именно о вашей семье. Может быть, уже готовите приданное ребенку тогда? Шапочки, пинетки, красивые ползунки. Что касается сроков. Визит в фотостудию не стоит откладывать в долгий ящик. 6-7 месяц – это самое удачное время. Округлившийся животик уже хорошо виден, но еще не такой большой, чтобы мамочке было тяжело. К тому же на этом сроке еще нет пигментной полосы и пупок не так выделяется. Я советую на фотосессию приходить со своей семьей. С мужем, если есть старшие дети, но очень трогательно смотрится, когда семья объединяется вокруг этого события, все ждут появления ребенка. Вести дневник беременности, записывая в него свои мысли и ощущения, очень увлекательно. Главное – найти в себе силы довести его до конца. Делать это можно как на бумажном, так и на электронном носителе. В дневник можно записывать вес и размер животика. В последующем будет очень интересно сравнивать, как вы росли с разными детками. УЗИ – это не только медицинская необходимость, но и хороший способ сохранить воспоминания о своей беременности. Лично я храню все фотографии своих детей, сделанные во время УЗИ. Сейчас и у нас в республике есть возможность сделать 3D и 4D УЗИ. Новые методы помогают увидеть реалистичное и объемное изображение вашего малыша. Красавица наша! Увидеть ребеночка, который еще не родился, само по себе удивительно. А получить на память диск, на который запишут несколько минут жизни вашего крохи, просто бесценно. Кроме этого, можно распечатать особо удачные моменты. Качество изображения такое, что уже сейчас можно уловить черты и даже попытаться определить, на кого похож кроха. Ну а совсем скоро вам представится возможность сравнить фото с оригиналом.